Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Все, даже меньше, на месте. Что она говорит? Хорошо, подъезжайте. Ты знаешь, где это? Ну да. Он сказал, напротив салона Citroёn стеклянные двери будет. Не надо никуда заезжать, там где пропуск. А, вот здесь шрани получается, да? А где здесь строят? Как они называются? Ну, это не они. Ну, вот строен с левой стороны, напротив строен. Стеклянная дверь, да? Да. Вот бизнес-центр, значит, здесь. Ну, да, бизнес-центр. Он сказал бизнес-центр? Да. Вот он здесь тоже. Блять. Тебе нужно сходить на разведку тогда еще. Почему? Прям, на всякий случай спросить еще раз, точно сюда. А что на разведку? Он сказал, что он сейчас куда-то выйдет. Куда это? Кто? Он выйдет сюда? Не знаю, куда, сказал, сейчас выйдет. Ну вот, Citroёn стоит, вот он. Ну вот, да, салон. А как столбы между ними залезем? Это не Citroёn. Citroёn? Это Ford. Нет, Citroёn. Там много марок, в основном Citroёn. Он сказал, сейчас выйдет, да? Ты уверен? Да я уверен.